15 копеек, 1939 год. На реверсе по центру расположен восьмиугольный щит, на котором прописан номинал монеты. Крупное число 15, под ним сокращенная надпись «КОП». Под щитом указан год чеканки – 1939. Слева и справа дубовые ветви с тремя листами на каждой и желудем, смотрящим вниз слева и смотрящим вверх справа. Над щитом пшеничный колос, вершина которого заходит за край. На аверсе герб СССР, образца 1936 года, с 11 витками ленты на колосьях пшеницы, по числу союзных республик. Между колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, скрещенные серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом полукругом вдоль канта прописана аббревиатура государства, ступенчатая надпись «СССР». Гур трубчатый. Монета изготовлена из медно-никелевого сплава. Мельхиор, МХ-80-20, НМ-81, 80% меди и 20% никеля. Вес 2,7 грамма, диаметр 19,56 миллиметра, толщина 1,2 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 66 126 тысяч 720 штук. Средняя цена 400 рублей. Конкретно эта монета куплена за 250 рублей.